Жила-была на свете лягушка Квакушка. Сидела она в болоте, ловила комаров да мошку, весной громко квакала вместе со своими подругами. И весь век она прожила бы благополучно, конечно, в том случае, если бы не съел ее аист. Но случилось одно происшествие. Однажды она сидела на сучке, высунувшейся из воды коряги, и наслаждалась теплым, мелким дождичком. Какая сегодня прекрасная, мокрая погода, думала она. Какое-то наслаждение жить на свете. Дождик моросил по ее пестренькой лакированной спинке. Капли его подтекали ей под брюшко и за лапки. И это было восхитительно приятно. Так приятно, что она чуть-чуть не заквакала. Но, к счастью, она вспомнила, что была уже осень. И что осенью лягушки не квакают. На это есть весна. Поэтому она промолчала и продолжала нежиться. И вдруг тонкий, свистящий, прерывистый звук раздался в воздухе. А есть такая порода уток, когда они летят, то их крылья, рассекая воздух, точно поют, или лучше сказать, посвистывают. Раздается в воздухе, когда летит высоко над вами стадо таких уток. А их самих даже не видно, так высоко они летят. На этот раз утки, описав огромный полукруг, спустились и сели как раз в то самое болото, где жила лягушка. «А, сказала одна из уток, лететь еще далеко, надо покушать. И лягушка сейчас же спряталась, хотя она и знала, что утки не станут есть ее большую и толстую квакушку, но все-таки на всякий случай нырнула за корягу. Однако, подумав, она решилась высунуть из воды свою лупоглазую голову. Ей было очень интересно узнать, куда летят утки. Сказала другая утка, уж холодно становится. Скорее на юг, скорее на юг, на юг. И все утки стали громко крякать в знак одобрения. Госпожи утки, осмелилась сказать лягушка, а что такое юг, на который вы летите? Я прошу извинения за беспокойство. И утки сейчас же окружили лягушку. Сначала у них явилось желание съесть ее, но каждый из них подумал, что лягушка, пожалуй, слишком велика и не пролезет в горло. Тогда все они начали кричать, хлопая крыльями. Хорошо на юге! Теперь там тепло! Там есть такие славные, теплые болота. А какие там червяки! Хорошо на юге! Хорошо, 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 хорошо! Они так кричали, что почти оглушили лягушку. Едва-едва она попросила их замолчать и попросила одну из них, которая ей казалась толще и умнее всех, объяснить ей, что такое юг. И когда та рассказала ей о юге, то лягушка пришла в восторг, но в конце концов все-таки спросила, потому что была осторожна. А много ли там мошек и комаров? О, целый
тучи, отвечала утка. Сказала лягушка и тут же обернулась посмотреть, нет ли здесь подруг, которые могли услышать ее и осудить за кваканье осенью. Она уж никак не могла удержаться, чтобы не квакнуть хоть разик. Возьмите меня с собой. Ха, это мне удивительно, воскликнула утка. Как мы тебя возьмем? У тебя нет крыльев. А когда вы летите? Спросила лягушка. Скоро, скоро, закричали утки. Уже холодно становится. Скорей на юг, на юг, на юг, на юг. Позвольте мне подумать только 5 минут, сказала лягушка. Я сейчас вернусь. Я, наверное, придумаю что-нибудь хорошее. И она шлепнула с сучка, на который было снова влезла в воду, нырнула в тину и совершенно зарылась в ней, чтобы посторонние предметы не мешали ей размышлять. Прошла минута. Тик-так, 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 тик-так. Другая. Тик-так, 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 тик-так. Третья. Четвертая, тик-так, 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 тик-так. 5 минут прошло. Утки совсем было собрались лететь, как вдруг из воды около сучка, на котором сидела лягушка, показалась ее морда. И выражение этой морды было самое сияющее, да какое только способна лягушка. И я придумала, я нашла, сказала она. Пусть 2 из вас возьмут свои клювы прутик, а я прицеплюсь за него посередине. Вы будете лететь, а я ехать. Нужно только, чтобы вы не крякали, а я не квакала, и все будет превосходно. Хотя молчать и тащить с собой хотя бы и легкую лягушку 3000 верст, не бог знает какое удовольствие, но ее ум привел уток в такой восторг, что они единодушно согласились нести ее. Решили переменяться каждые 2 часа, а так как уток было, как говорится в загадке, столько, да еще столько, да пол, столько, да четверть, столько, а лягушка была одна, то нести ее приходилось не особенно часто. Нашли хороший прочный прутик. 2 утки взяли его в клювы. Лягушка прицепилась ртом за середину. И все стадо поднялось на воздух. У лягушки захватил дух от страшной высоты, на которую ее подняли. А кроме того, утки летели неровно. И все время дергали прутик. Бедная квакушка болталась в воздухе, как бумажный паяц. Изо всей мочи стискивала свою челюсть, чтобы не оторваться и не шлепнуться на землю. Однако она скоро привыкла к своему положению.
привыкла и даже начала осматриваться. Под ней проносились поля, луга, реки и горы, которые, впрочем, ей было очень трудно рассмотреть, потому что, вися на прутике, она смотрела назад и немного вверх. Но кое-что она все-таки видела и радовалась, и гордилась. Вот, вот как я превосходно придумала, думала она про себя. А утки летели вслед за несшей ее передней парой, кричали и хвалили ее. Удивительно умная голова наша лягушка. Даже между утками мало таких найдется. Едва-едва она удерживалась, чтобы не поблагодарить их. Но вспомнив, что, открыв рот, она свалится со страшной высоты, она еще крепче стиснула челюсти и решилась терпеть. Она болталась таким образом целый день. Несшие утки переменялись на лету, ловко подхватывали прутик. Это было очень страшно. Не раз лягушка чуть было не квакнула от страха. Но нужно было иметь присутствие духа, и она его имела. Вечером вся компания остановилась в каком-то болоте. На следующий день наша путешественница, чтобы лучше видеть, что делается на пути, прицепилась спинкой и головой вперед, а брюшком назад. Утки летели над сжатыми полями, над пожелтевшими лесами, над деревнями, полными хлеба в скирдах. Оттуда доносился людской говор и стук цепов, которыми молотили рожь. Люди смотрели на стаю уток и, замечая в ней что-то странное, показывали на нее руками, и лягушке ужасно захотелось лететь поближе к земле, показать себя и послушать, что о ней говорят. На следующем отдыхе она сказала: нельзя ли нам лететь не так высоко? У меня от высоты кружится голова, и я боюсь свалиться, если мне вдруг сделается дурно. И добрые утки обещали ей лететь пониже. С зарею утки с лягушкой снова пустились в путь. На этот раз утки летели так низко, что слышны были голоса. «Смотрите, смотрите!» – кричали дети в одной деревне. «Утки лягушку несут! Утки лягушку несут!» Лягушка услышала это, и у нее прыгало сердце. «Смотрите, смотрите!» – кричали в другой деревне взрослые. «Вот чудо-то!» «Ой, а знают ли они, что это придумала я, а не утки?» – подумала квакушка. «Смотрите, смотрите!» – кричали в третьей деревне. «Экое чудо! И кто это придумал, такую хитрую штуку? Кто это придумал? Кто это придумал?» Тут уж лягушка не выдержала и, забыв всякую осторожность, закричала изо всей мочи: «Это я!» И с этим криком она полетела вверх тормашками на землю. Утки громко закричали, одна из них хотела подхватить бедную спутницу на лету, но промахнулась. Лягушка
дрыгая всеми четырьмя лапками, быстро падала на землю. Но так как утки летели очень быстро, то и она упала не прямо на то место, над которым закричала, и где была твердая дорога, а гораздо дальше, что было для нее большим счастьем, потому что она бултыхнулась в грязный пруд на краю деревни. Она скоро вынырнула из воды и тотчас же опять сгоряча закричала во всю горло. Это я! Но вокруг нее никого не было. Испуганные неожиданным плеском, местные лягушки все попрятались в воду. Когда они начали показываться из нее, то с удивлением смотрели на новую. И она рассказала им чудную историю о том, как она думала всю жизнь и, наконец, изобрела новый, необыкновенный способ путешествия на утках. Как у нее были свои собственные утки, которые носили ее, куда ей было угодно. Как она побывала на прекрасном юге, где так хорошо, где такие прекрасные теплые болота и так много мошек и всяких других съедобных насекомых. Я же ехала к вам посмотреть, как вы тут живете, сказала она. Я пробуду у вас до весны, пока не вернутся мои утки, которых я отпустила. Но утки уже никогда не вернулись. Они думали, что квакушка разбилась о землю, и очень жалели ее.